Всем привет, вы на канале Старого Геймера, и сразу же хотел поблагодарить вас за сотку. А также перейдем сразу к сути, и сегодня мы будем бартерить хакашку. Все необходимое я взял, и уже бежим фармить. Ну и вот, на горизонте я уже вижу плоти. Ну и вот, плоти кончились, жаль. Следующими, кто предстал перед моим взором, стали зомбированные. Собственно, долго ждать я не стал и сразу пошел их чистить. Потому что угля мне нужно дохуище. Ну и как всегда это бывает, сразу же подбежали подсосники, которые решили тоже обогатиться углем. Да, и как-то быстро кончились зомбированные, когда прибежало еще несколько тушек. И эти хуевые шахтеры всех позабирали. А теперь я решил зафармить тушканчиков, потому что они были ближе всего. Заебись, тушкан забежал в текстуру, и как его теперь оттуда выковыривать? Может быть, я, конечно, не понимаю, но, по-моему, ты нихуя не тушкан, иди отсюда. За текстурного тушкана я так и не нашел, и решил бежать дальше, но ибо хули его ждать, если он где-то сейчас бегает под текстурой. Ну вот, я увидел блокпост военных и решил его зачистить. И вроде бы все было хорошо, но никого, кроме их капитана, я не нашел. И решил убить его. Все, понял, зря выебывался. Ну а теперь, как истинные победители, уползаем подальше от него. Дальше по пути фарма мне попался блокпост зараженных, который я и решил зачистить. Вот этот бронированный типок чуть не откинул меня. А также по радио передавали, что неподалеку от моего местоположения сбунтовались свиньи, и их нужно зачистить. А также бегали какие-то долбоебы в противогазах. Ну а я что, я всегда рад помочь. Более если это зов о помощи, и там неплохо накидает резов. Ну а также я подумал, что дальнейший фарм я опущу, чтобы не занимать время. Ну а также патроны и аптечки были на исходе, и я решил побежать на бар. Ну а по пути на бар мне попалась логово снорков. А нет, поправочка, снорка. Он один, какой-то одиночка. Вот я уже на баре и нашакалил на 21 тысячу. Хлама дохуя, компонентов для бартера ноль. Да, бывает. Купил композитку и поскакал фармить. Ну вот, собственно говоря, я уже неплохо нафармился и бегу в бар. И да, я опять принес лута на 20к. Нас опять идет выброс, ну и вот, собственно говоря, на этой прекрасной ноте и закончим. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.